Одна из первых репетиций на сцене. Конечно же, в постановке будут Дед Мороз и Снегурочка. По словам режиссера, работа по-своему уникальная. Зрители увидят сюжетное действие, смогут сопереживать героям, услышат сольные арии и групповые вокальные номера. Во-первых, это будет очень зрелищно и по сюжету будет очень интересно для всех, и маленьких, и взрослых. Как всегда, это борьба зло с добром, но необычное такое противостояние, где современным языком сцены мы попытаемся увлечь наших зрителей, увлечь так, чтобы там было интересно. И будет представлено, конечно, огромное количество жанров. Вот это, наверное, самое главное, включая и даже появление настоящего петуха.